Добрый день, друзья! Готовлю сливочный грибной суп с перловой крупой. Получается вкусно и очень сытно. Присоединяйтесь! Для приготовления грибного супчика у меня шампиньоны, репчатый лук, картофель, морковь, чеснок, перловая крупа уже отваренная, сливочное масло, петрушка, соль, перец, лавровый лист и сливки. Сначала подготовлю все продукты. Лук нарезаю кубиком. Морковь натираю на терочке. Картофель нарезаю кубиками. Шампиньоны я тщательно промыла, обработала. Ножки я в этом рецепте не использую, я их выбрасываю. Вот, и теперь нарезаю пластинами. Перловую крупу я залила на ночь водой, чтобы она набухла, а затем ее сварила. Я это сделала для того, чтобы суп не приобрел такую слизистую консистенцию. Поэтому крупу лучше всегда сварить отдельно и только затем добавить в суп. На сковороду с разогретым сливочным маслом я положу лук и обжарю до такой полумягкости. К луку добавляю натертую морковь. Нарезанные грибочки тоже обжариваю до такого легкого подрумянивания. Конечно, такой супчик хорошо варить на готовом бульоне. Но так случилось, что бульон заранее я не сварила, поэтому супчик у меня будет на воде. Но, тем не менее, он будет сытный, калорийный, потому что он будет с добавлением сливок. В кипящую воду я добавила картофель и проварю буквально 5-7 минут до закипания. К проварившемуся картофелю добавляю овощную зажарку. Затем добавлю перловую крупу. Теперь добавляю грибы. И все это вместе проварю минут 15-20 на маленьком огонечке. Суп солю, перчу. Добавляю измельченный чеснок. И в самом конце тонкой струйкой я вливаю сливки, которые я немного подогрела, чтобы от разности температур они не свернулись. Сливки у меня для варки 15%. Грибной суп и сам по себе уже очень вкусный. А с перловкой, со сливками он не просто вкусный, он еще и очень-очень сытный. В конце добавляю зелень и лавровый лист. Плотно закрываю крышкой, выключаю и даю настояться буквально 10 минут. Суп готов. Грибной аромат просто витает в воздухе. Получается вкусный, бархатный по структуре и такой очень-очень-очень домашний супчик. Если хотите порадовать семью новым горячим блюдом, то это просто идеальный вариант. Приятного, друзья, всем аппетита, всем здоровья, всем благополучия. С вами была Дина Клим.